Доброго времени суток, дорогие друзья, на связи. Вот и сегодня мы продолжим играть в игрушку Star Wars Empire Wars с модом на эпоху Войн Клонов. В прошлой, друзья, серии, как вы, наверное, помните, мы остановились на том, что потеряли большое количество нашего с вами флота, а также потеряли контроль над двумя, даже или тремя планетами. Сегодня, друзья, у нас, скажем так, такая оборонительная серийка. Мне один из подписчиков посоветовал сидеть просто в глухой обороне и отстраивать флот, состоящий из одних винаторов. Так что, друзья, сегодня мы будем копить деньги и тратить их только-только на винаторов. Ну и на пару клончиков. А клончиков мы будем строить только на планетке Камина. Так как они здесь строят по одному, стоят, извиняюсь, по одному кредиту, ребята, это достаточно сэкономит наши затраты. То есть мы можем построить здесь, допустим, один отряд клонов за один кредит, а здесь этот же отряд за 1150. То есть в 1150 раз больше. Вы себе представляете, ребят? Окей, давайте мы переместимся на Корусант и посмотрим, что у нас здесь по винаторам. Винаторы стоят 3375 кредитов. То есть за один раз дохода мы можем построить где-то 2 винатора. Извиняюсь, ребята, я гуманитарий, так что не судите строго. Так, окей, пусть у нас здесь строится. И, ребята, у нас здесь... атака совершена на планету Алдеран. Но, ребята, я думаю, не будем с вами терять зря времени, потому что у нас здесь одна казарма против их армии. Давайте сделаем авторезультат. Окей, потеряли мы с вами одну планетку еще. Но ничего страшного, мы сейчас будем перегруппировываться. Хотя, ребята, подождите. Да, будем перегруппировываться. Так, охранять космос. Отправлять из тех планет в те планеты, где опасно сейчас. Так, все отлично. Что у нас на Кариде? На Кариде у нас все заполнено, все отлично. Ну а давайте на всякий случай построим мы с вами 50, за 50 кредитов отряд клонов снайперов. Не помешает даже 2 отряда. Не, давайте даже 3, они быстро тем более строятся. И 150 кредитов мы всего лишь с вами потратили, ребят. Но защитили нашу планетку. Отлично, на Рендиле у нас тоже небольшие проблемы, потому что у нас здесь одна казарма. Давайте потом... здесь тоже 500 кредитов потратим. Так, на Фондре у нас что? Ну, на Тхуфере мы помним, дела обстоят плохо. Там слишком большой флот. Но давайте, ребята, обратим внимание на Камина. Потому что у меня появился план пересылать всех абсолютно клонов именно на планету, на планеты, которые под опасностью. То есть находятся в опасности, ребят. Так, я не понимаю, почему клоны у нас здесь находятся в космосе. Они ничего же сделать не смогут. Так, друзья, просадка FPS. Я не понимаю, что все отлично. Просадочка у нас закончилась. Ждем следующие отряды. И давайте построим побольше еще гранатометчиков. Так, отлично. Сейчас у нас закончится постройка. Найм клонов вот этих вот, которые долго достаточно строятся. И, ребята, вскоре у нас уже сейчас придут наши с вами сладенькие кредиты. Отлично, 8500 даже уже доход. Давай-ка быстрее, пожалуйста. И у нас с вами, ребята, все. 8700 кредитов в распоряжении. Мы даже можем построить с вами Командос. Но мы этого делать пока что не будем, потому что у нас в приоритетах Корусант. И, ребята, также на Рендиле мы с вами хотели вроде как построить немножечко обороны. Давайте построим Cloning Factories, Heavy Factory, тяжелый завод и одну добывалочку. Все отлично, а также не помешает, думаю, хотя нет, ребята. О, здесь тоже винаторы доступны, но мы пока что трогать их не будем, потому что здесь 3375 стоят. И, ребята, у нас даже не хватает еще на один винатор. Давайте тогда потратимся, пожалуй, знаете куда? На какую-нибудь планетку. Куат. А на Куате... Опа, ребят, смотрите, как Куат у нас еще... На земном плане хоть как-то защищается. Так что давайте здесь построим клонов побольше. Хотя здесь у нас и так здесь две казармы, извиняюсь. И один сложный, извиняюсь, тяжелый завод. Ребят, не обращайте внимания на постороннее шума. У меня просто окно открыто. Может там кто-то кудахтать, кукарекать. Ну ладно, опустим эту проблемку небольшую. Так, давайте продолжать. Здесь у нас уже доступны клоны. Так, давайте одного поставим сюда. Клоны снайпера у нас готовы. Так, я вроде больше заказывал или нет. Ну ладно. Не так-то важно, ведь мы можем их еще построить.
Да, можем их еще построить, отлично. Так, еще построили пару штучек, и давайте построим еще вот таких вот клонов первой фазы. Они достаточно быстро строятся. Хотя, ребята, давайте построим получше клонов. Всего лишь-то 5 кредитов мы потратим на 5 отрядов, отлично. И отправим их, пожалуй, знаете куда? Отправим их с вами на, пожалуй, на Рендилию. На Рендиле отправим, потому что у нас она под опасностью между Катаной Моди и Алдераном, ребят. Блин, ребят, Алдеран же это ведь, скажу так, я уже не помню точно, но скажу так, что это родина вроде как Бейла Органа. Или, исправьте меня, ребят, в комментариях, Алдеран это родина Бейла Органа или я уже что-то путаю. Ладно, давайте мы с вами подумаем, что будем делать дальше. А дальше можно, знаете что? Дальше можно делать какие-то действия на Фондере. Да, на Фондере у нас ничего абсолютно нету, так что давайте построим здесь. Хотя, знаете, хотя да, построим здесь казармы, тяжелый завод и две добывалки, ребят, потому что у нас и так здесь. И, кстати, эту космическую станцию одну построим, потому что, ребят, у нас здесь ничего абсолютно нету. Хотя у нас флот достаточно неплохой, но, ребята, будем обустраиваться получше. Отлично. Так, давайте посмотрим, что у нас на камине. На камине у нас еще наши клоны производятся. Отлично. Сразу, ребята, отправим побольше клонов, потому что распределим их между некоторыми планетами. Допустим, на Дура закинем немножечко. На Куат. Хотя на Куате у нас и так здесь строятся, смотрите, ребят, снайперские команды. Ну ладно. Так, давайте дальше продолжим. Так, все отлично. На Куате все построилось уже. И почти все до максимума заполнено, но, ребята, не до максимума, и это плохо. Отлично, ждем у нас клончиков, пока они изготовятся. Так, паузу отжимаем, скажем так, да. Так, у нас уже достаточно внушительные ребята на нас напали. Так, где эта атака? Так, подождите. Вот она. А, на Дура напали, ребят, на Дура. Ну ладно, давайте сделаем Аюта Арсоу, потому что это бессмысленно. Хотя 5 уровня станцию мы потеряли, ребята, на Дура большие наземные сейчас проблемки будут. Очень большие. У нас здесь одна казарма. Одна казарма, это очень плохо. Давайте достраивать сейчас сразу же. Блин, ребят, я не знаю. Потому что сейчас они могут сразу ввести наземную атаку, и у нас просто зря потратятся кредиты. Так что, ребята, я даже не знаю, что делать. Ладно, давайте пока на другую планету обратим внимание, тем более у нас сейчас дадут нам кредитов, и мы построим с вами еще кучу винаторов. Так, давай-ка быстрее, пожалуйста. Блин, ребята, на Дура напали, вроде как. Да, на Дура напали и уже наземными силами. Ладно, мы эту планету тоже потеряли, ребят, что-то опасно, кажется. Что-то, ребята, мне кажется, что мы эту войну проиграем, к сожалению, но, ребята, будем верить, что мы победим. И 8200 у нас кредитов уже дохода. Что-то, ребята, много очень. Не, я не против, конечно, но откуда это все взялось? Окей. У нас здесь все обустроено, потому что нам, ребята, надо больше кредитов, повторяюсь. На Кариде у нас все спокойно, на Тарисе. Тариса, кстати, Тариса. Она у нас вообще не обустроена. Давайте построим здесь одну казарму, одну добывалку еще. Так, на Датамире у нас пусто на Датамире? Нет. Ну, не совсем пусто, что-то есть, но это, ребята, мало. Опять же, на Камин у нас должно быть обязано все застроено, да. К сожалению, тут не так уж и много умещается. Republic Light Factory. А если мы его продадим, мы можем тяжелый построить? Да, можем тяжелый построить. Будем, ребята, тогда ждать тяжелый завод. Но, ребята, главное, чтобы на Камина никто не напал. Но я не думаю, что кто-то посмеет это сделать. Потому что, ребята, камина достаточно защищенное место. Это как-никак родина клонов. Так что, ребята, я не думаю, что кто-то осмелится совершить атаку. А хорошо, давайте посмотрим, что у нас здесь. На Набу все обустроено. На Ариаду тоже все обустроено. На Татуине тоже. Так, а что на Фондере? На Фондере у нас все обустраивается. На Абригада тоже. Вот на этой крайней планетке тоже. На Йетине, блин, я что, все обустроил уже, что ли? На Мечес 3 я уже помню прекрасно обустроил. Но, друзья, на Орт Мантелии у нас все, ну не все пусто, что-то есть. Давайте одну добывалку еще построим, хотя, знаете, нет. Нет, давайте построим вот это вот. Контину построим, и все, ребят. Мы больше не... Ну, давайте быстренько пробежимся. Так, на Иторе у нас одна казарма. Построим потом тяжелый завод и еще
добывалку, потому что у нас здесь добывалок нету на Датамире. Ну, на Датамире добывалка есть, можно построить тогда завод, еще одну казарму, пожалуй, почему бы нет, на Явине. На Явине у нас вообще, ребята, здесь много места, можно построить еще две, пожалуй, добывалки, одну казарму и два тяжелых завода. Нет, ребята, один тяжелый завод, потому что у нас не уместится. Так, на Мон-Каламаре у нас... На Мон-Каламаре у нас одни добывалки, можно построить еще одну казарму или даже лучше тяжелый завод, все же, да. Все же тяжелый завод мы построим на Ханагре. Ну, на Ханагре вообще все пусто, надо его застраивать. Ладно, ребята, давайте продолжим. Так, на Кариде у нас что? Так, Корусант у нас обустраивается полностью, да. Строится у нас Винатор, ребята, и, возможно, сегодня никаких битв таких не будет, но может я какую-нибудь битву устрою небольшую. А вот, ребята, в следующей серии мы уже соберем крупный флот из винаторов и будем совершать атаки на наши планеты. Ну, на нынешние вражеские планеты. Так, на бригада давайте со бригада пошлем на Фондор пополнение флота и будем нападать, наверное, может даже сегодня за Фондор куда-нибудь нападем, например, на Бестин, потому что у нас его незаконно отняли совершенно. Будем, ребята, возвращать потихоньку уже начинать планеты. На Алдеран я вообще зол, потому что они как посмели забрать у нас Алдеран. Я, ребят, не понимаю. Их наглости нету просто предела. Отлично, у нас уже заканчиваются, готовятся наши войска. И это, ребята, отлично. Давайте построим на камина, просто оставим группу снайперов. Почему бы и нет. И, ребята, достроились у нас вот такие вот. Ребята, все, отлично. И сейчас, ребята, мы, пожалуй, пошлем их, знаете, куда? Мы пошлем их, пожалуй, на Рейндилию. Да, на Рейндилию мы их пошлем, и они, да, вот так не пошлются, просто так. Надо будет паузу отжать, к сожалению. Но давайте, надеюсь, быстренько ничего у нас здесь не начнется, никакой войны. Да, ребята, все, ничего пока что не началось, так. Надеюсь, все будет нормально, все перелеты, да, не наткнемся мы на противников. Так, на камины я хотел оставить снайперов. Да, не остались. Давайте, ребята, сразу построим тяжелый завод. Так, все отлично, тяжелый завод мы построим. Все у нас здесь отлично, на Рутана. Хотя на Рутана имеются проблемы. Четвертый уровень станции. Один отряд от ТТ. Ну ладно, ребята, опустим это ниже, опять же. На Курсант возвращаемся, строим 2 винатора, и у нас уже того 3 плюс 3, 6 винаторов, ребят. 6 винаторов, и мы нападем на Дура. Потому что там эта станция дроидовская, вражеская, находится. А на Мандалоре, ребята, я даже не знаю, когда будем забирать его. Ну, в принципе, я не думаю, что такой какой-то защищенный. А вот Ментуин, он достаточно, ребят, защищенный, как мы помним по прошлым сериям. 5 уровень станции, и достаточно хорошая оборона у них. Но, ребята, давайте мы совершим атаку на Бестин. Да, потому что уже они слишком офигели, ребят, дроиды эти. Но мы тоже, знаете, не спим. Отберем Бестин. Хорошая рифма получилась. Мы тоже не спим, ребята, отберем у них Бестин. И будем совершать правосудие. Наш прекрасный флот возвратился. Так, ребята, сразу. Знаете что? Мне один подписчик написал, что я неверно... У меня плохая тактика. А именно, я сначала отсылаю такие легкие фрегаты, то бишь акламаторы, вот эти все легенькие, потому что они быстрые, добираются они, соответственно, первыми, а винаторы уже, они медленные, подходят только под конец, когда они уже все уничтожены. Так что, ребята, я сначала сделаю так, отправляю... Истребители простые на разведку. Вот эти вот. Далее у меня идут винаторы. Потом, когда винаторы дойдут хотя бы до отсюда, я уже вышлю акламаторов и вот этих вот легенькие фрегатики маленькие. И, соответственно, бомбардировщиков. Так что, ребята, не удивляйтесь, что немножко тактика моя изменится. Так, все. Отсылаем. Мы с наших истребителей. Так, они множатся, все и множатся. Так, подождите. Сначала у нас идет разведка. Все, стоп, подождите. Все, отлично. Отсылаем их сюда. Так, вы, ребятки, идете сюда. Подождите. Вы, ребята, идете сюда.
Так, вы, соответственно, тоже сюда. Так, кто у нас здесь еще? Потом винаторов всех выбираем. Вы идете сюда, ребятки. Так, вы идете все вот сюда. Все отлично. Вроде как все, ребят. Нет, они все множатся и множатся. Блин, ребят, слишком много, серьезно. Нет, это хорошо, просто сложненько немножко управлять таким количеством солдат, таким большим флотом. Так, вы, ребятки, тоже идете сюда все. Так, не стоим, движемся. Так, ребята, все, сейчас винаторы вылетят, скажем так. За ними мы отправим бомбардировщиков. Так, подождите, вы, ребят, тоже не стойте, отправляйтесь все в бой. Смотрите, ребята, сейчас мы отправим за ними, за винаторами бомбардировщиков, а за бомбардировщиками уже всех остальных, то бишь аккламаторов, и вот такие вот легкие фрегатики. Все, ребята, сейчас аккламаторы немножко проедутся, скажем так, пролетят, и мы уже отправим слабеньких. Всех остальных слабеньких. И мне также, ребята, остановим бой. Подписчик сказал, что нужно в первую очередь порешать. Сейчас вам скажу, что порешать генераторы щита. Но я здесь генераторов щитов где-то не наблюдаю. Давайте сначала мы их найдем. Так, здесь ангар, здесь лазер канон. Так, все у нас пушки, торпеды, батареи. Так, а где чертова... Подождите, где чертов генератор щитов? Подожди. Подожди секунду. Так, я их не могу найти, ребят. А, напишите в комментариях, если вы их нашли, потому что я реально не могу их сейчас найти. Может, я что-то упускаю из виду. Но вроде их я серьезно найти не могу никак. Так, тут их нету, тут тоже нету и тут нету. Может, где-то внизу. Нет, ребята, я не могу их найти, если вы их нашли, напишите. А, вот все, генераторы щитов, ребят, нашел. Отлично, shield генератор. Хорошо, то есть находится он вот здесь вот. Да, больше нету, один генератор щитов. Отлично, хорошо, не замаскировали его, кстати говоря. Так, ребята, сейчас они доберутся хотя бы вот до сюда. Так, все, отлично, доберутся до отсюда. Опа, ребята, смотрите-ка, что творят. Смотрите-ка, что творят. Все, будем высылать уже наших бомбардировщиков. Вот, на генераторы щитов. Так, и вот сюда, ребята, ударяйте к черту. Все, ребята. А, пусть немножечко пролетятся. Так, в атаку. Постоянно будут делать у нас они, совершать атаки. Дальше пойдут у нас корветики такие небольшие. И дальше, ребята, нет, рано еще, чтобы выпускать наши аккламаторы. Очень рано. Хотя, знаете, уже можно даже как-то присмотреться более-менее. Так, ребята, вы атакуете генераторы щитов. Не забываем про эту миссию важную. Подождите, генераторы щитов атакуете. Да, все отлично. Ребята, все. Мы выпускаем наши, скажем так, винаторы. Ой, извиняюсь, аккламаторы. Так, все. Да, пусть они идут в бой. Но, знаете, не так быстро, не спеша. Все отлично, ребята. Отправляем всех наших истребителей. Все наши истребители будут идти в бой. Не халявить. Так, все. Ты тоже отправляйся в бой. Давай-ка вот сюда. Подождите, ребята. И ты тоже вот сюда. Так, а вы втроем. Вы, ребята, втроем. Отправляйтесь вот сюда. Так, я сказал, втроем. Вот все отлично. Вот сюда они отправляются. Так, все, идут в бой, ребята. У нас здесь уже замес происходит. И, ребята, эпичные кадры, извиняюсь. Так, будем следить за состоянием наших винаторов, потому что, ребята, сейчас главное следить именно за ними. Это наша основная огневая мощь. Так, вроде как все пока что в порядке. Так, с этими винаторами все отлично. С адмиралом все отлично. Так, давай. Опа, ребята, смотрите-ка. Пока что все уничтожается, хорошо. Так, в бой, ребята, в бой. Постоянно у нас истребители будут идти в бой. Так, не халяем, ребята, не халяем, подождите-ка. Идем в бой. Так, опа, ребята, опа, смотрите-ка. У нас здесь провидение засветилось. Мы отправляем два винатора на провидение и один аккламатор также на провидение, ребят. А этих всех остальных дружков мы отправляем в самое пекло боя. Отлично, адмирал Юларион у нас ведет атаку, ребята. Все, генераторы щитов уничтожены. Давайте уничтожать ангары. Так, ангары уничтожаем.
Так где у нас адмирал Юлариан? Он в самом пекле. Но, ребята, рано еще делать буст щитов. А вот тут можно, в принципе, открыть огонь по максимуму вот по этой вот фиговеньке. Давайте мы так и сделаем, пожалуй. Опа, ребята, подождите. Что-то у нас где-то здесь взрывы такие большие происходят. Так, ведем огонь из всех орудий. Так, здесь у нас генераторы щитов почему-то нельзя активировать. Все, активировали, отлично. Генераторы щитов. Так, подожди, все, активировали генераторы щитов. Так, здесь мы тоже открываем огонь. Отлично, ребята, открываем огонь. Так, не успеваю я за всеми уследить. Так, прямо по двигателям. Давайте, ребята, один бомбардировщик отправим бомбить вот эту фиговинку чертову. Все, давай. Подождите, ребята, стоп, стоп. Давайте посмотрим, что у нас вообще здесь происходит. Здесь у нас происходит атака, давайте, из всех орудий включим щиты. Так, здесь также уничтожим вот эту вот фиговинку. Щиты включим. Так, из всех орудий, огонь. Так, все, здесь можно щиты пока что не включать. Так, ребята, в бой, в пекло. Уничтожать вот эту вот фигню. Так, ребята, здесь у нас опасный момент. Опасный момент, подождите-ка. Нам надо сохранить жизнь Винатору. Поэтому мы уничтожим вот эти вот Starfighters фиговинс. Скажем так. Хорошо. В атаку идем мы. На провидение, ребята. На помощь. Так, вы, ребята, тоже давайте на помощь. Идите скорее. Так, все, подождите, ребята, подождите. Они идут, значит, вот сюда. Так, вы идете вот сюда. И вы, ребята, вот сюда. Так. Так, подождите, не умирать. Не умирать. Ребята, дали залп по нашим. По нашим винаторам. Так, давайте уничтожим тогда вот эти вот. Вот это вот провидение. Потому что, ребята, мне уже оно как-то поднадоело чуток. Все, ребята. Адмирал Юлариан разбирается с этой фиговиной. Так, подождите, с провидением разбираемся. Нет, подожди. Из всех орудий огонь. Из всех орудий огонь. Из всех орудий огонь. Полный огонь. Из всех орудий огонь, ребята. Из всех орудий огонь. Просто. Так, адмирал Юлариан. Из всех орудий огонь по станции. По станции, ребята, ведем огонь. Вперед, все отлично. Так, меньше потерь, ребята, меньше потерь. Давайте посмотрим. Нет, ребята. Давайте посмотрим на поле боя. Так, подождите. Нам надо эпичные карты. Кадры. Что же я к этим картам, ребята, прицепился-то? Подождите. Кадры на втором месте. Сначала у нас бой сам. Так, все, нам надо уничтожить провидение. Вот эту вот фиговинку. Так, все. Остались, ребята, у нас такие вот фиговины. Так, адмирал Юлариан, работаем. Не ленимся. Включаем щиты по максимуму. Так, вы, ребятки, уничтожайте... Где бомбардировщики их не... Нету? Ну ладно, давайте уничтожайте тогда просто вот эти вот чертовы истребители. Так, отлично. Огонь по этому чертовому провидению. Ребята, все провидение сейчас будет уничтожено. Наконец-таки. Так, Винатор у нас. Ну, быстрее уничтожайте провидение. Есть! Есть, ребята. Цель выполнена. Цель выполнена на все 100%. Уничтожайте эту фиговину. Аккламаторы. Работаем тоже, не ленимся. Так, истребители, бомбите вот это вот говно. Все отлично. Вот такой вот у нас красивенький Винатор. Вот такой вот у нас топовый адмирал Юлариан. Ребята, спасибо ему. И это, ребята, просто топовая победа. Топовая победа. И мы, ребята, будем бомбить их до конца. Никому не дадим пощады. Пожалуй. У нас никто не щадил, в принципе, мы их тоже не будем. Так, отлично, минус у них этот. Дружок, минус этот, огонь всех орудий. И, ребята, все. Им конец. Это, ребята, был отличный бой. Мало у нас потерь, вроде как. Да, мало у нас потерь. Так, отправляйтесь на разведку, вы, пожалуй. Вы, ребята, идите сюда. Подождите, ускорение сделаем. Так, истребители, вы тоже давайте ищите цель. Потому что нечего здесь халявить. В моей армии еще никто не халявил. Вот, ребята, прилетели говнюки. Надеюсь, это последние.
Нет, смотрите-ка, не последнее. Окей, а где же еще? Где же еще, блин? Где же еще, ребят? Так, адмирал, так это акклиматор у нас, окей. Ребята, где же все? Где же они все остальные? Так, блин. Давайте уже сдавайтесь. Серьезно, дроиды. Вы обречены на провал. Я победил. Наконец-таки, все-таки я победил. Потому что, ребят, мне уже серьезно надоело проигрывать. Я думаю, надо все же их разбить к чертовой матери. И ребята разбили их. С легкостью, в принципе. Так, вы, ребята, идите сюда. Вы, ребята, давайте ищите дальше. Так, давайте сюда. По всей карте будем рыскать их, искать. Так, ребята, меня вот это бесит. Опа. Вот гады, смотрите. Все, мы победили, ребята. Мы победили. Бой шел 12 минут. Мы заработали 1300 кредитов. Это, ребята, неплохо. Но я думаю, наземную битву мы сделаем в следующей серии. Но давайте мы вроде как хотели обустроить Набу или нет. Ладно, друзья, в следующий раз все мы с вами обустроим. Ну что ж. На связи был Лот, и если вам понравилась эта серия, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также напиши свой комментарий по поводу этой серии. Ну что ж, всем до связи!